Видео предоставлено сайтом onlinegdz.net, номер 782, алгебра Макарычев, 7 класс. Докажите, что значение выражения не зависит от значения переменных. Перед нами три выражения, которые необходимо упростить, то есть открыть скобки, привести подобные. И для того, чтобы доказать, что значение этих выражений не зависит от значения переменных, значит, в результате упрощения у нас должны получиться числа. Итак, а минус 3 умножить на квадрат минус 8а плюс 5 минус а минус 8 умножить на квадрат минус 3а плюс 5. Итак, выполняем первое преобразование, это умножение двухчлена на трехчлен. А минус 3 на квадрат минус 8а плюс 5. А в третий минус 8а квадрат плюс 5а минус 3а квадрат плюс 24а минус 15. Перед вторым произведением у нас стоит знак минус. Мы не торопимся. Оставляем минус. И в скобках записываем результат просто умножения. А минус 8 на квадрат минус 3а плюс 5. Смотрим, что получается. А в третьей степени минус 3а в квадрате плюс 5а. Минус 8а квадрат плюс 24а минус 40. Теперь меняем знаки. Итак. Выражение такое. А в третьей минус 8а квадрат плюс 5а минус 3а квадрат плюс 24а минус 15 минус а в третьей плюс 3а квадрат минус 5а плюс 8а квадрат минус 24а и плюс 40. Приводим подобное. Начинаем со степени 3. А в третьей степени и минус а в третьей степени в сумме 0 взаимно уничтожаются данное слагаемое. Минус 8а квадрат минус 3а квадрат плюс 3а квадрат и плюс 8а в квадрате. Также в сумме дают 0. Эти слагаемые снова взаимно уничтожаются. Далее. 5а плюс 24а минус 5а минус 24а снова взаимно уничтожаются. И остается только сумма минус 15 плюс 40. В результате 25. Мы получили, что значение выражения равно числу. И переменная y в ответе не наблюдается. Поэтому значение выражения не зависит от значения перемен. Пример b. Итак, снова открываем первые две. Скобочки перемножаем, открываем скобки. Ставим минус и записываем результат умножения вторых скобок. Итак, x квадрат минус 3x плюс 2 на 2x плюс 5 будет 2x в третьей плюс 5x квадрат минус 6x квадрат минус 15x плюс 4x плюс 10. Минус. 2x в третьей минус 8x квадрат плюс 7x квадрат минус 28x плюс 17x минус 68. Меняем знаки на противоположные. 2х в третьей плюс 5х в квадрате минус 6х в квадрат минус 15х плюс 4х плюс 10 минус 2х в третьей плюс 8х в квадрат минус 7х в квадрат плюс 28х минус 17х плюс 68. Анализируем наше выражение. Приводим подобное. Снова начинаем со степени 3. 2х в третьей минус 2х в третьей. Сумма 0 взаимно уничтожаются. 5х в квадрат минус 6х в квадрат и 8х в квадрат минус 7х в квадрат. Х в квадрат минус х в квадрат взаимно уничтожаются. 15х минус 15х плюс 4х плюс 28х минус 17х снова в сумме дадут 0. И 10 плюс 68 мы получаем 78. Снова у нас значение выражения это число. Переменная y в ответе нет. Значит, значение выражения, переменная x в ответе нет. Выражение не зависит от значения переменной. Далее. B квадрат плюс 4b минус 5 умножить на b минус 2 плюс 3 минус b. Умноженное на b квадрат плюс 5b плюс 2. В данном случае у нас между двумя произведениями знак плюс. Значит, нам не надо будет открывать скобки, перед которыми минус. Можно сразу записать результат произведений, двух произведений. Итак,
Первое произведение. B, B в третьей степени минус 2B в квадрате. Плюс 4B квадрат минус 8B минус 5B плюс 10. Второе произведение. 3B квадрат плюс 15B плюс 6 минус B в третьей минус 5B в квадрате минус 2B. Итак, приводим подобное. Начинаем со степени с показателем 3. B в третьей минус B в третьей 0. Минус 2b квадрат плюс 4b квадрат плюс 3b квадрат и минус 5b квадрат. 0. Минус 8b минус 5b плюс 15b минус 2b. 0. И 10 плюс 6 получаем 16. Снова у нас в ответе число, переменной b в ответе нет. Поэтому значение выражения не зависит от значения переменной. Если вы хотите увидеть больше видео, подписывайтесь на наш канал на YouTube.